Всем добрый день. Александр попросил меня подвести итоги прошедшего в Екатеринбурге турнира среди старших возрастных групп Кубок России, 24-й по счету. Я, ну так, волей случая получилось, что был, скажем так, один из немногих представителей нашей федерации на этих соревнованиях. Ну, у нас это не основная работа у всех, это как общественная деятельность, поэтому, вот, к сожалению, не все деятели смогли приехать, поэтому я был, ну, скажем так, там, наверное, самым официальным лицом от имени федерации. Что я могу сказать? Соревнования прошли на очень высоком уровне, несмотря на то, что не так много участников доехало, что, наверное, немножко странно было. Да, то есть в Бугульму у нас по 220 человек приезжало, а здесь от Москвы такое же расстояние, причем более удобное в транспортной доступности, в проживании, а приехало чуть больше 170 человек. Для себя я выделю, наверное, два основных момента. Первое – это высокий организационный уровень. В организации соревнований, помимо Федерации ветеранов, принимала участие такая общественная организация, как Союз тяжелоатлетов России. И они показали, что когда есть сплоченная команда, можно решать любые задачи, там, любой сложности, любого уровня соревнования проводить их хорошо. Ну, я бы даже сказал, отлично. Все четко, по регламенту, никаких задержек, никаких опозданий с началом взвешивания, никаких задержек с награждением. Все четко, уверенно, мощно, красиво, ярко. И я думаю, те, кто не приехал в Екатеринбург, да, может быть, где-то частичку видели там, на фотографиях или на видео, надеюсь, что через годик-другой мы это все повторим, потому что желание у Союза тяжелоатлетов есть. Соответственно, если есть желание, то мы обязательно придем и еще раз попробуем. Это первый момент, да, неплохая организация. Второй момент – это большое количество спортсменов именно Свердловской области. Да, то есть там под 40 человек выступало только местных спортсменов. И основная задача как раз ветеранского движения – расширять географию, увеличивать количество новых людей. Вот в Екатеринбурге много очень выступало людей, которые в первый раз вышли на российский помост у нас. Поэтому я считаю, что это важная веха в развитии, да, нашего движения. Так, далеко на востоке, да, на Урале провели впервые турнир. Может быть, когда-нибудь еще дальше двинемся, там, до Дальнего Востока доберемся. Хоть, конечно, финансово это получилось немножко накладно. Да. У нас следующий российский старт – это чемпионат в Санкт-Петербурге. И вот какие-то финансовые итоги там, прошедшего года мы там подведем, расскажем, что получилось. Ну, надеемся, что Санкт-Петербург, скажем так, массовостью своей порадует нас всех. Вот. И новый рекорд мы установим по количеству участников. Даешь 350, как говорится. Вот. В остальном было общее собрание. Да, я думаю, об этом стоит упомянуть. К сожалению, не было на нем видеозаписи, велся просто бумажный протокол. Там был принят ряд решений, которые, я думаю, стоит озвучить. Ну, на сайте Федерации ветеранов вы это сможете увидеть, да, протокол. Мы продублируем, но вот лучше сейчас еще на камеру сказать. Да, в связи с тем, что ценник на медали, дипломы, грамоты и какие-то другие дополнительные расходы, связанные с организацией соревнований, они растут. Ну, вот для примера, да, мы пересылали медали. Просто отправка в Екатеринбург медалей обошлась в 7,5 тысяч рублей. И плюс еще оставшиеся медали пришлось обратно возвращать. Да, то есть это все расходы, которые несем мы с вами, да, вот за счет вот этих стартовых взносов, которые мы платим и которых иногда не хватает. И было принято на общем собрании такое решение, что членский взнос
членский взнос не тот, который именно идет на соревнования, а который тратится на какие-то текущие расходы. Иногда с него покрываются вот и расходы по соревнованиям. Он с 300 рублей будет увеличен до 500 на 200 рублей. И для тех, кто никогда не выступал в ветеранском движении, для новичков этот взнос будет в двойном размере, то есть 1000 рублей. Это будет вот годовой взнос, который платится раз в год на чемпионате, либо если человек на чемпионате не выступал, то на кубке. Это для новичков, которые никогда не выступали в нашем движении. То есть поправлю, потому что даже я сейчас немножко, не зная информацию, неправильно понял. Однократный, ну, одноразовый взнос, да. 1000 рублей, а потом последующим он будет, как и у всех, 500. Да, да. Именно так объясняю, почему он в двойном размере. На самом деле это не нами придумано. Вот в Московской Федерации тяжелой атлетики то же самое есть. Там тоже человек, который вот хочет вступить в федерацию, он платит взнос в двойном размере. Почему? Потому что этот человек, он вливается в наше движение, и сразу же с момента вливания он имеет право пользоваться теми благами, которые до этого накапливались там в течение нескольких лет. То есть это различные наградные вещи, которые, ну, скажем так, у нас их много в федерации, да. То есть, ну, да, даже если взять, да, вот там площадка для регистрации, сайт, да, то есть мы каждый год за него платим, каждый год какой-то расход определенный идет. А здесь человек, ну, он может зайти там зарегистрироваться предварительно, да, или там какие-то документы почитать. То есть у нас какие-то люди, получается, в течение там 10 лет оплачивают этот сайт, да, или когда он появился там, ну, 5 лет назад. 6 лет назад, да, то есть постоянно эти взносы вносились, да, и сайт это функционировал, развивался, приходилось там корректировки какие-то там вносить. А здесь человек пришел, и он как бы, ну, новичок. Поэтому, ну, логично, наверное, чтобы он тоже внес вклад вот в предыдущие вложения какие-то. Ну, вот. Ну, затраты, например, по рекордам, да, можно приехать первый раз выступить, да, на соревнования, да, установить рекорды. 6 рекордов, и ты получаешь 6 вот этих медалей, которые одна существенно стоит, а если 6, это в 6 раз больше. Да, да, и в том числе, да, по рекордам это тоже, кстати, очень такой затратный момент, потому что рекордные медали, они всегда... Копится сумма, то есть они покупаются там раз в 3 года, и там прилично по 150 тысяч тратится на вот закупку этих рекордных медалей. Поэтому, ну, взнос вот в двойном размере для новичков, в принципе, он не просто так придуман, да, не на пустом месте, да, ну а затем, соответственно, по правилам уже всем остальным. Взнос на соревнования, он остается прежним, как и был, то есть не меняется. Ну, еще я хочу поправить, что... Вот это вот решение по поводу 500 и 1000 в членский взнос, а это было, решалось на общем собрании в виде голосования. Да, действительно. И да. Все проголосовали, то есть со всеми твоими доводами все согласились, что да, действительно, да. Это правильно. Нет, это было вынесено предложением, соответственно, каждый мог на это собрание прийти, оно было открытым, оно проводилось в свободное от проведения соревнований время, да, там, ну, с утра, но, к сожалению, некуда было в другое время воткнуть, но, тем не менее, все, кто хотел, на него пришли, представители разных абсолютно регионов, и вот наши критики из Нижегородской области были там в том числе и тоже проголосовали за. То есть один представитель оттуда был, и, ну, единогласно было принято решение, что вот этот годовой взнос нужно будет поднять. А по поводу, как прошла вот этот первый опыт, когда раньше мы могли регистрировать в течение проведения всех дней, да, соревнований, то сейчас у нас отведена специальный временной диапазон. Да, то есть, для каждой возрастной группы. Да, это, как это произошло? Это тоже было нововведение, было озвучено это на... Удобно, ну, неудобно? Предварительно, пошло. И могу сказать, что это, во-первых, ну, наверное, снизило немножко нагрузку вот саму при регистрации, при взвешивании. Почему? Потому что иногда, когда было много участников, на взвешивание выстраивалась очередь. Да, сейчас, соответственно, все шли, ну, равномерно. Даже потоки у нас там были, вот из 20 участников. То есть не было ни очередей, все равномерно. То есть они сначала все пришли, зарегистрировались, потом, когда начало взвешивание,
началось взвешивание, да, все взвесились, кто заранее зарегистрировался, кто-то прям на взвешивание зарегистрировался. Вот, все восприняли это, ну, вполне нормально, то есть каждый для себя нашел какой-то момент, когда ему удобнее. Да, кто-то зарегистрировался прямо вот во время процедуры взвешивания, и это, в принципе, ну, не заняло много времени. Вот. Но опять-таки, это хочу отдельно поблагодарить команду организаторов. Да, вот, все-таки они тоже все делали четко, поэтому... Можно фамилию озвучить, кто был главный? Ну, фамилии мы озвучим в Санкт-Петербурге путем награды их за активную помощь, да, вручим им специальные призы за хорошую организацию. Это такая у нас традиция, она, ну, всегда была, когда мы поощряли местные команды, да, которые проводят. Ну и мы ее также продолжим, они вот обещают все приехать, поэтому Ефим, Ольга и все остальные ждем в Санкт-Петербурге. Как и всех остальных, приглашаем с 11 по 15 марта город Санкт-Петербург в центре города. Я думаю, там будет не только интересно выступать, но и есть на что посмотреть, какую-то культурную программу, да, для себя сделать. Вот. Ждем, всех ждем.